Фу, комар, отстань. И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Мы опять приехали за карасем. Уже на знакомый водоем, да. Вчера тут был. Результат решил закрепить. Закрепить, думаю, с умом. Ну, как получится. Осознанная рыбалка, короче. Почти. Оставайтесь с нами. Надеюсь, будет интересно. Погода супер, рыбка плещется, коллеги комариков машут, красота. Поехали. Пришельцы. Тихо, тихо. Здравствуйте, спасибо. Плотчином. Кратыш. Как ты такой говоришь, Карасевич? А, Карасяндра. Карасяндра. Здравствуй, Карасяндра. Поехали дальше. Поехали дальше. Хорошо, дай. А может, перехлестнулся? Он уже под берегом. Торпеда выдает. Свечка. Свечка. Маленький, двудаленький. Ну какой? Хорош. Карасяндр. Др. Красавец. Карасяндра. В лучах рассвета. Ну, куда? По грядкам. О, куда загнал? Пойдем пускать, отцеплять. Так, иди сюда, отцепили. Какие они маленькие, а такого дрозда дают. Ты прям вообще рад. Супер. Ну что он куда-то не хочет подниматься, идет под водой, под верхними слоями воды, не может пробить пленку воды, чтобы вынырнуть. О, Латвень, да, здоровый Латвень. Во, он сам выходит сюда. Круто, он вырулил так из-за угла. Молодец. Да. Понимаешь дело. Давай. Мелкота. А, мелкота. Красав. Позолоченный. О, продолжаем кайфовать, кругленький, здравствуй, кругленький, красавцы, блин, радуете вы? Конечно, зачет. Покеш, на карасик, покеш, Валь, покажешь карасик. Зачет. Кто поймал? Кто поймал? А где Дима-то? О!
Да, сегодня похуже что-то. Крупничка что-то нет. Кину завел, и мы его отсюда выдрали, снести, но в берег воснул. Мотаться хотел на берег. Прям сходу плавок не стал, смотрю, плавок упал на воду и поплыл себе. Так. О! О-хо-хо-хо-хо, дуплет! Вот такой дуплет. Ух ты, что это такое? Прям по берегу идет. Да ты прям бежал прям по камышам бы, чего ты? Вылезай, беги на берег, по берегу. Ну чудные, чудные, да. Не могут они натяжение воды пробить. Поверхностное натяжение воды пробить они не могут. Идут под слоем воды. Ну где ты-то? Ну куда ты? Бедовый какой. Опять. Какие они плаумные. Чудные какие-то, ужас. Неуправляемые. Маленькие неуправляемые. Давай, покажись. Покажись. Показался хорошенький. Ага. Ну все, закончилась наша рыбалочка закрепительная. Карасевая. Рыбак остался доволен, но что-то сегодня по крупничку я недоволен. Мелочи много, крупного мало, практически нет. Но все равно. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь на канал на YouTube. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылка на группу под видео. Вот. Что-то устал? Устал. Да ладно, время 9 час. Утро, а мы домой. Ну, где они? Да? Да, помельче. Ну ничего. Хороши. Вот они. Сорванцы. Жареха? А почему же нет? Конечно, жареха. Классненько. Спасибо. Ну и до свидания.